Прошедшее воскресенье хорошая погода позвала не только жителей уездного центра на всевозможные уличные мероприятия. Из Сталина на неформальную встречу с руководителями местных самоуправлений и их жителями приехал министр государственного управления Артуас. Каких-либо конкретных решений не принималось, да и не планировалось, просто состоялся разговор по душам с обсуждением хода административной реформы. В интервью нашему телеканалу реформист Артуас выразил общее удовлетворение ходом реформы. Сейчас мне кажется, что процесс нормально начался, что все думают, все говорят с другими самоуправлениями, как и с кем вместе в будущее они будут работать. Так что мне кажется сейчас, что процесс нормально идет. Посмотрим. У нас время еще до конца года. И надеемся, что самоуправление сама найдет этот самый хороший результат.